Так, у нас сегодня утро, день Пасхи, и вот какие большие шоколадные яйца подарили мы Никите. Потому что Никита уже вырос, уже не маленький, кролик уже не пасхальный, уже не приходит к Никите, но это мы подарили, потому что мы знали, что Никита уже большой. Значит так, вот это яйцо мы с мужем Никите подарили, вот это вот Ювентус, кат команды Ювентус подарили бабушка с дедушкой, а это вот это моя бабуля, подружка, которой я работаю. И вот, сейчас позавтракаем, и бона Пасхо, штурти, всех Иисус воскрес. Вот такое вот шоколадное яйцо, это Никита самое маленькое взял. И там внутри такие яйца. Одна. Потом мы все эти шоколадные яйца сложим в контейнер и положим. А на Мару, вот это шоколад. Я что рисую на профуме? Второе очередное яйцо. Там тоже что-то большое. Да, тоже побольше. В первом яйце был вот маленький подарочек. Вот это, да. Игра. А такую вкуснятину мы вчера купили. Это маршмеллоу в шоколаде. Тут 32 штучки, маленькие маршмеллоу. И вот 32 штуки, и сколько осталось. Мы вчера так набросились на эти маршмеллоу. Вот какая вкуснятина. Здесь вот это молочный шоколад, это белый шоколад, это темный шоколад. Ну, темный шоколад, он не сильно горький, он вкусный. Все вкусно все равно. Вкуснятина, вкуснятина. И вот самое главное яйцо от команды футбольной Ювентус. Никита открывает. Оно самое большое. Вот оно, какое огромное. Ну-ка. Ну, это, конечно, не самое огромное, есть в Италии и вообще огромные, по 1 метр, если не больше. Осторожно, Никита. Аж лопнуло. Какая-то спортивная игрушка. Вот такие вот шоколадные яйца в Италии дарят детям. И внутри игрушки обычные какие-то. Чем дороже игрушка, тем дороже яйцо стоит, естественно. Ну-ка, что там? Есть инструкция. А вот еще что-то. А, я понял. Мячик. А, это игра. В мячик попадать надо. Играть. Да, это... Прикольно. На дедушке и бабушке есть. Это где он? Так твоего лица не видно. Это такая кепка у них. Ювентовская. Мы уже позавтракали. Яйца открыли. Прикольная кепка. Как шапка такая. Смешная такая. Вот такое вот шоколадное безобразие у нас происходит каждый год после Пасхи. Мы все шоколадные яйца ломаем, слаживаем в такой контейнер и в холодильник. И потом долго еще кушаем шоколад, да, Никита? Вот такое шоколадное.